недалеко от Обнинска, на Красной Горке, продается дом дачный на участке 4,5 сотки земли. Ну, сейчас так. Травка пострижена, дорожки, на участке хозблок. В хозблоке летняя кухня. Значит, дом двухэтажный, на хорошем фундаменте. Заводской проект щитового дома. Утепленный. Утепленный. Первый этаж. Двойные рамы. Высокие, хорошие потолки. Лестница на второй этаж. Три комнаты полноценных. Это вид на подъезд к участку. Так, три комнаты. Ага. На втором этаже рамы одинарные. Вот, но второй этаж закрывается, то есть если поставить обогреватели на первом этаже, легко обогреть первый этаж. Хозяева жили на этой даче в основном летом, до поздней осени. Это видно соседский участок. От Обнинска, от городской остановки на Качаловских горах, 15 минут. Соседние участки. Я вам там подачу продавал в Красном городке. Это въезд в проулок от центральной дороги. Это лесополоса. А там дальше речка. Сколько до реки здесь? Река там внизу. Ну да. Ну, от тех, через них, получается, метров 500, ну и до тех.